Возгорание произошло на рулежной дорожке. Взлетно-посадочная полоса не задета. Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. Да, Вера? Вон он горит. Браво так. Он уже сгорел практически. Но люди не выскакивали, поэтому... Вот видите, дым черный валит. Лариса Анатольевна, дым смените. По предварительной информации, на борту не было пассажиров, только 3 члена экипажа. Их судьба пока неизвестна, но высока вероятность, что люди погибли.